Добрый день, дорогие мои гости моего канала и кто смотрит наш канал. Ну, лето, у меня внуки гостят, и мы решили приготовить пельмени. Второй день, говорят. Я говорю, ну, приготовим. Не хотим магазины пельмени, будем сами лепить. Ну и как? Что мы будем делать? Самолепные пельмени. Самолепные? Мы решили не с аппаратом делать, потому что творчества нет. Вот это они налепили. Творчество у Пелагеи, там чуть ли не ребеночек получился. Вот. Ну, как класс, показывайте. Мы же должны отчитаться вашим родителям, чем вы занимаетесь, чем... Вот они приготовили. А что я говорю-то? Что вы делаете? Что вы сделали? Вот много пельменей. А вот это что сделали вы сначала? Сначала купили фарш. Ну, я хотела сказать, приготовили вот это шарики, да? А на обед мы сначала даже суп с фрикадельками сделали, да? До пельменей не дожили на обед. Ну, а теперь уж полноценные пельмени будем готовить. И называться будут они самолетные. По старинке прямо-таки раскатать тесто. Но тесто пока бабуля взяла на себя. А вот лепить пельмени, шарики, я уж показала им. Ну-ка, мастер-класс показывайте. Так, Пелагея тоже. Тут есть эти. Вот. Так. Что надо делать? Просто залепливать. А залепливать надо хорошо. Почему? Потому что могут развалиться. Могут развалиться. И будет сильная критика со стороны. Они ждут сегодня родителей, говорят. Мы успеем ли приготовить их до приезда наших родителей? Вот Пелагея, это дочка моей дочери. Егор, сын моего сына. Первый класс пойдет. Пелагея первый класс закончила. Но получилось? Второй класс. Так, ну, второй класс пойдет. Егор, как у тебя там? Ох. Ой, а тут только одна. Ну, а сейчас будем делать. Мы же решили снимать ролик, даже не думали. У нас все, стирка идет, пельмени лепятся. Чего так у нас не делается? Но надо все делать. Внуков же надо научить. Одна только осталась. Одна только. Сейчас тесто у нас пока часть в морозилке. Часть возьмем, раскатаем. А вы пока готовьте шарики. Как вы думаете, какие будут пельмени? Вкусные, красивые. Вкусные. Ну, самое главное, первый вкусные. Второй красивые. Третий, чтобы были какие? Нормальные. Нормальные. Ну, так ведь сварим. А будет там плавать тесто и фрикадельки отдельно, тесто отдельно, фрикадельки отдельно. Тесто, фрикадельки. Пока-пока, лето с внуками.